В ближайшие полгода Одинцовский район ждет несколько крупных мероприятий. Обеспечение общественной безопасности на них прорабатывается уже несколько месяцев. За эту работу отвечает антитеррористическая комиссия района. Это вопрос у нас как бы информация-отчет о готовности района и всех наших сил и средств к проведению праздника 9 мая, к проведению религиозных праздников. При подготовке майских праздников власти района и сотрудники силовых структур планируют проверить объекты жизнеобеспечения, транспортного комплекса и места массового пребывания людей. В День Победы будет частично перекрыто движение по улице Маршала Жукова, бульвару Любы Новоселовой и ряда других. Опыт прошлых лет показал, что реальная жизнь всегда вносит коррективы в планы. В частности, представители ГИБДД пояснили, что в некоторые часы дороги будут перекрыты даже для машин с пропусками. 9 мая. Народ расходится с площади. Несколько тысяч идет по улице. Но не пустим мы по этому пропуску, какой бы он ни был. Транспорту просто некуда ехать. В зависимости от обстановки. Конечно, это все должны понимать прекрасно. Начинают ссылаться на пропуск, но не можем. Просто там яблоку негде упасть на проезжую часть, потому что народ расходится. Ожидается, что крупные общественные акции стартуют с первых чисел мая. В них будут задействованы спортивные комплексы и концертные площадки всего района. На центральной площади с первого числа у нас начнет работать ярмарка. В рамках ярмарки будут дневные мероприятия, детские. Будет проходить фестиваль музыкальный, где вы сейчас можете увидеть сцену на площади рядом с ГДО. Кроме майских праздников, антитеррористическая комиссия обсудила предстоящие выборы в Государственную Думу, которые планируют провести в сентябре. Вопросы безопасности избирательных участков и граждан уже отработаны.